Доброе утро всем! Сегодня буду готовить. Не буду вам показывать, как я что делаю, просто скажу, что я буду готовить. Здесь у меня баклажаны. Знаете, как я захотела жареных, ну, таких вот, ну, поджаренных баклажанов, ну, овощей, то есть вот именно такое сочетание баклажан, лук, морковь и помидоры. Вот именно так, больше ничего. Немного поджарить, потушить, и вот это вот прям вот захотела, потому что я как-то овощи вообще не очень-то люблю. Если я поем, вот натушу овощей много, поем один раз и все, больше я их не хочу. И еще буду варить борщ, борщ куриный, борщ люблю именно куриный. Вот. Ну и с индейкой, конечно, ну вот именно с мясом птицы почему-то, не из говядины, не тем более со свининой, а вот именно такой вот куриный, куриный в основном. Вот, ну тут приготовила, что мне нужно: морковка, лучок, чесночок и свекла. Вот, ну помидорку еще, конечно, порежу, а может быть просто томатной пасты положу. Вот, укроп, конечно, ну как обычно картофель. Картофель я вообще мало кладу. И в основном капуста. Капуста еще будет. Вот так вот я порезала баклажан. Его не нужно. Сейчас вот баклажаны, они не горькие, не такие, ну, как вот раньше были, как какие-то сорта, что ли, были такие вот жгучие. Сейчас этого нет в баклажанах. Их можно ни солью не пересыпать, не замачивать. Я сразу вот порезала. И сейчас поджарю немного их, а потом буду постепенно добавлять лук, морковь и в последнюю очередь помидорки. И когда обжариваешь баклажаны, они приобретают такой вкус грибов. Можно даже перепутать с грибами. А у меня есть отварной рис, и я буду вот это вот добавлять к отварному рису. Вот такая красота. Я положила лук и морковку. А вообще по правилам, чтобы именно вот был такой вкус, такой гурманский, нужно все это делать отдельно. Отдельно баклажаны, отдельно лук с морковью, там помидоры. И потом все соединять. Но это, согласитесь, только возьму. И лучше вот так вот. Я сначала немного обжарила баклажаночки на масле, конечно, на подсолнечном. Вот, и добавила сюда лук с морковкой. Ну вот и все. Такая красотища получается. Сейчас я еще чуть-чуть обжарю. Тоже у меня с помидорками. Она дала тут сок. И покрою крышкой. Или закрою крышкой. Закрою, наверное. И пусть еще немного потушится. Вот такая вкуснотища и красотища будет. Все, девочки, борщ готов. Все. Овощи уже, конечно, готовы. Я уже их даже поела. Очень вкусно получилось. Вот так. Всем добрый вечер. Мы пришли в парк. Не в парк, а на озеро, на наше Светлоярское. Здесь кони стоят, рояль в кустах, как говорится, ждут, когда же будут на них кататься. Они на самокатах. Туалеты, катались, которые у нас так и не работали. Это туалет для госпожи главы районной администрации. Наверное. В общем, здесь у нас пацанчики, девчонки, мальчишки катаются на этом треке. И мало одного, они еще из фанеры соорудили. Блин. Вот. Трамплин. Сегодня у нас так комфортненько, прохладненько. И мы два круга сейчас пройдемся, разомнемся. Жара у нас спала. Ветерочек такой прохладный.
Сегодня у нас пятница. Уже говорит, еще мне 2 дня до отпуска осталось. Понедельник и вторник отработать. На мне воскресенье. Ой. О, ветер какой-то прохладный. Хороший. Прохладный такой подул. Вон наши тени. И мы идем, как пионеры за ручку. А вон машина-то эта, кофе-то. Одно время, да, не стояла тут. Думали, их свергли. Попросили отсюда. Да. Нет. Это нарушение поехал делать. Это нарушение поехал делать. Чего нарушение поехал? Нарушение. Ему сказали, может, тот стоит с ватой на входе. Ну, кто знает, сидит, ждет, он продает сидит здесь. И ждет, когда ему по голове не стучат. Штраф. Да, кто знает. Ну вот, и поэтому. Да, может быть, просто он не. Ну, мало ли по какой причине он не сидел здесь. По русскому принципу, он сидел у входа, да? А разве он там сидел у входа-то, да? А я думал, что кто-то другой. Греться горячим кофе. Вон утки. Утки все на месте. Тут даже летали они как-то. Учились летать скоро, наверное, в дальние края. Кто улетит, а кто останется? Кто улетит, а кто останется, да. Озеро уже такое мрачное. Ну, солнца нет, такое серое. Корабли стоят на солнце. Ну, корабли стоят. Ну, так это прохладно. Ветер прохладный.